Проигрыватель виниловых пластинок. Производство Япония. Внутренний рынок. Питание 100 вольт. Denon DP790. Очень надежный фономотор DP790. И стоит у него не Denon-овский, а тонар от фирмы Aurex. SR F335. Очень парочка сыграна хорошо. Значит, все очень просто, лаконично и надежно. С тробоскопа у него нет, зато есть такая вот с насечками штучка. В комплекте, да, вот такую приблуду, которая светит светодиодом, и там, значит, можно определить. Значит, регулировочка есть. Печь контроля, скорость сиденья держит железно. В комплекте будет идти вот такой шелл новый, такая новая игла T91 и понижающий трансформатор на 50 ватт. Состояние очень хорошее, проигрыватели, петли, крышка, корпус в хорошем состоянии, фонокабель родной. Вот. Начнем проверять на работу. Аппарат прямой привод, полностью ручное управление, автостопов, возвратов никаких нет. Надежен до безобразия. Будет работать долгие-долгие годы. Правый канал. Стерео, левый канал. Дерево. Антискейтинг пружинного типа. Вот такой вот аппаратик.